Габриэль Фаргас, игрок, открывший счет в этом матче, получает предупреждение. Габриэль Фаргас Рамос, номер 10 Каталония, команды «Пол» и предупреждение за новый игрок. Вновь штрафной получили шанс реализовать норвежцы. Пробил по воротам Синдри Шубак, но попал как раз стоящего в стенки, и угловой подают скандинавы. Вем, очередная попытка удара головой. Посмотрите, забивает таки капитан сборной Норвегии. 2-2. Яник Веум. На очередной забег предпринимает Гарега и Асенсио. А влетает в ворота сборной Норвегии Тьерри Дидже. Но мяч туда упрямо отказывается идти. Хитрый удар наносил Гальего Галан, в расчете на то, что если мяч не попадет в ворота напрямую, переправит его туда Асенсио. Не получилось. Гальего Галан перехватывает мяч. И что, фолит Марьянович? Да, фолит голкипер сборной Норвегии. Нет, судя по реакции Сандовала, мы видим, что четвертое командное замечание получают именно каталонцы. Рыбка, выражаясь простым и понятным языком, в исполнении Гальего Галана. И выбивает мяч за боковую Оскар Дорадо. Все меньше и меньше времени остается у команд, чтобы выяснить отношения в игровое время. И пока четвертьфинал оправдывает свой статус. Норвежцы, несмотря на менее звездный рейтинг. Опасно может быть. Забивает гол. Оскар Дорадо. Это конец для сборной Норвегии. 40-я минута встречи. Счет 3-2. И скорее всего у сборной Норвегии уже не получится отыграться. Хотя есть у них на это 55 секунд. Посмотрим, как они распорядятся мячом. Тайм-аут. Берут норвежцы.